Здравствуйте. Я когда-то открыла такую эстафету «Расширяем круг» и попросила девочек представлять каналы своих знакомых, которые представляют интерес для нашего рукодельного круга. И я очень рада, что эта инициатива не забылась. Последнее время я видела Любовь Владимирова, и еще девочки подхватили мою инициативу и развивают ее уже самостоятельно. Рада, что она не канула в лету. И поэтому мне даже стыдно как-то стало, что я перестала заниматься этим благословенным, можно сказать, делом, потому что люди открывают каналы, и их должны узнавать, они показывают свои работы, им должны писать комментарии, иначе многие опускают руки, и у них нет стимула для того, чтобы продолжить развивать свой канал. Хотя это неправильно. Я считаю, что человек, который открывает свой канал, он, в принципе, делает это для себя. Потому что, когда ты рассказываешь и показываешь другим, это очень способствует саморазвитию твоего канала, тебя лично. И для канала, конечно же, надо поработать, постараться. Люди изучают программы, люди изучают, как продвигать свой канал. Поэтому это очень важно. Для любого найти какое-то дело свое, которым он будет заниматься с удовольствием. Кроме рукоделия, еще и развиваться в плане какой-то саморекламы, может, общения с другими рукодельницами и так далее. Поэтому сегодня я много говорить не буду. Формат немножко изменится. Я просто буду вам показывать под приятную музыку канала рукодельниц, которые я открыла для себя последние полгода, можно сказать, когда я делала рубрику, не помню уже, может, и год уже прошел. И прошу вас поддержать этих рукодельниц, подписаться на их каналы, писать им комментарии. Я знаю, что девочки, которых я представила, и другие мои подруги по рукодельному каналу представили, очень хорошо поднялись, у них хорошо и подписчики добавились. Многие уже прошли 1000, а есть такие, что и к 2000 приближаются, или уже прошли 2000 подписчиков, и это очень приятно. Поэтому, пожалуйста, поддержите наших рукодельниц. И не обращая внимания на их место жительства или какие-то другие признаки, подпишитесь и поддерживайте их. Наш рукодельный круг для того и существует, чтобы мы друг друга поддерживали все. А теперь представляю вам новых рукодельниц. Thank you.